Всем мое почтение, друзья. И вот сегодня, 6 августа 2021 года, появилась вот такая информация и видео, как самарская журналистка Ксения Штефан, а по сути пропагандист, публично сожгла свой загранпаспорт в знак поддержки Путина и его политики. Я лично считаю, что если бы все до единого, кто поддерживает Путина и его политику, и войну против Украины, сделали так, это было бы очень хорошо, чтобы они сожгли загранпаспорты и сидели в своей России и не высовывали никуда нос. Тогда, может быть, они почувствовали, в какой дыре они живут. А так едут туда отдыхать, в своей берлоге порядок не наведут, а указывают, кому как жить, кому вступать в НАТО или нет, кому в ЕС вступать или нет. Я лично считаю, что нужно закрыть вот эту лавочку поездок россиян в Европу, в Европейский Союз. Просто закрыть им дорогу туда. Пусть ездят в Северную Корею, Китай и тому подобное. Чего-то в Китай и в Северную Корею россияне не стремятся. А они же ведь союзники. Я лично считаю, что вот эта Ксения, которая является виновницей тех всех зверств, которые делает Россия по всему миру, так как она фактически льет это масло на рельсы, как Аннушка разлила масло на рельсы, где по Булгакову шел один человек и ему отрезала голову. Так вот, вот эти вот пропагандисты льют масло. И эти россияне идут в Украину, в Сирию и свои жизни губят. Это полбеды. Они губят жизни безневинных людей. Я лично считаю, что закрыть этим россиянам дорогу куда-либо. Северная Корея, Китай, Иран, вот туда ездите. И все. До новых встреч, друзья. Поддержите меня лайком, подпиской, если вы так же самое считаете.